Всем привет! Сегодня будем строить маленький домик для братьев наших младших скворцов. Две боковые стенки делаем одинаковые. Переднюю и заднюю стенку делаем тоже одинаковую. На боковые стенки прикручиваем рейки. Они будут держать углы нашего скворечника. Две боковые стенки ставим на ребро и накладываем на них противоположные элементы. Все скручиваем саморезами. Делаем дно на наш скворечник. Накладываем его на один обрезок, обрисовываем, выпиливаем. И прикручиваем все саморезами. Берем еще два обрезка, будем делать из них крышу. Делаем два треугольника, чтобы они немножко были больше, чем верх нашего скворечника.
Их делаем тоже два одинаковых. Накладываем один на другой, обрисовываем и вырезаем. Накладываем наши треугольники со смещением 5 сантиметров и прикручиваем саморезами. Делаем дверцу в наш домик. Отверстие должно быть не больше 4 сантиметров, чтобы не залетали туда вороны. Про вороны, конечно, это шутка. Скорее всего, им этот домик не будет интересен. Ставим брусок для жесткости и будем крепить к нему крышу. Крепим нашу крышу. Крепим так, чтобы были выпуски в разную сторону, как у настоящего дома. Обрисовываем контур нашей крыши. Крышу обрезаю таким образом, чтобы спереди у домика был козырек. Чтобы скворцу было удобно забираться в домик, делаем ступеньку. Крепим брусок, чтобы наш скворечник было удобно закрепить потом или к дереву, или к стене. Носики саморезов, которые торчат, я убираю болгаркой. Подшкуриваем все спилы, торцы нашего домика.
приступаем к покраске домика. У меня оставалась краска темно-зеленая. Я решил весь домик покрасить ей. Потом добавил немножко синего. Потом добавил немножко белого. Добавил слегка желтенького. И добавил красного цвета, чтобы он выглядел поярче. Все, наш домик готовый. Идем вешать. Все, домик повесили. Пускай дожидается новых жильцов. Повесил его пораньше, чтобы он попроветрился от краски. Кому понравилось, ставим класс, подписываемся. Пока-пока.